И снова здравствуйте! С вами последние новости. Стало известно, что поклонники Ани Лорак ликуют. Певица и известный украинский режиссер выложили совместный снимок. Фанаты уже поспешили объявить их парой. Стали появляться слухи, что Ани Лорак не теряет времени. Не прошло и недели после новости о ее разводе с Муратом Налчаджиоглу, как она появилась с новым мужчиной. Им оказался украинский режиссер Олег Бондарчук. Так, совместный снимок его и Каролины опубликован на одной из страниц певицы в Инстаграме. Кроме того, Бондарчук разместил его у себя в профиле и написал «Снова вместе, снова рядом». Поклонники одобрили выбор Лорак и восприняли снимок как знак новых романтических отношений. «Рада за вас, какая красивая пара, очень крутые», – написали пользователи. Как ранее писали Дни.ру, слушание дела о разводе Каролины Куек, Ани Лорак и Мурата будет 24 декабря. Супруги находились в браке 9 лет, у них есть совместный ребенок. После этой новости Лорак появилась с дочерью Софией на красной ковровой дорожке ледового шоу Евгения Плющенко в Москве. Кроме того, она показалась вместе с ней в «Голос шоу». По данным средств массовой информации, причиной развода Ани Лорак с мужем стала его измена. В сети появились снимки, где он в одном из киевских караоке-клубов отдыхает в компании темноволосой красавицы Яны Беляевой. В то время Лорак находилась за границей. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. А с вами были последние новости.